Настоящим праздником закончилась рабочая неделя для вартовчан. В столицу Самотлора в рамках межрегионального проекта «Культурное сотрудничество» приехал государственный ансамбль народного танца «Зори Тюмени». Артисты привезли программу «Люблю тебя, мой край». Вместе с жителями Нижневартовска концерт посмотрел Михаил Светошев. Открылся концерт хореографической композиции «Тюменская область, Урал и Россия». Красивые костюмы, созданные по авторским эскизам, отточенные движения и замечательная музыка. И это не только в одной композиции, а во всех работах ансамбля. Миниатюрах, зарисовках, сюитах. Югорчане вживую смогли увидеть все грани творчества известного коллектива «Зори Тюмени». Благодаря проекту «Культурное сотрудничество». Я выражаю огромное спасибо губернаторам на самом деле за этот проект, потому что, ну, все мы понимаем, гастроли больших коллективов вообще они очень сложны всегда, именно с точки зрения финансирования. Вот, поэтому, естественно, им огромное спасибо. И мне кажется, что надо гораздо больше этого делать. Мы готовы ездить в каждый город и Ханты-Мансийского автономного округа Югры, и Ямало-Ненецкого. Это наш дом. Посещение концерта было бесплатным. Зрителями стали общественники, нефтяники и строители, первопроходцы, а также ветераны и семьи участников СВО. То, что нас пригласили на концерт, вот как раз «Тюменские зори», что хочу сказать, но я в надежде услышать, увидеть самое прекрасное. Почему? Потому что все звезды вышли с низов, с земли, так сказать. Пришли на концерт мамочки, даже с СВО родители. Хотя им сейчас не очень легко, но они пришли обязательно посмотреть. Также на концерт пришли будущие хореографы, воспитанники детских школ искусств. Не только получить удовольствие от выступления тюменских артистов, но и поучиться мастерству. Мне очень понравилось. Танцевали очень ярко, красочно. Костюмы были очень красивые. Все делали грамотно. Буду стараться делать так же. Мне очень понравилась их актерская игра, сюжеты их танцев, сами танцы, музыка. Ну, в основном запомнились, конечно, сольники, свои персонажи, которые у них играли, своей красотой, тоже своей прекрасной актерской игрой. В общем, получила море удовольствий. В программе «Люблю тебя, мой край» тюменцы постарались максимально показать разнообразие своего репертуара. При этом ансамбль придерживается собственного стиля. Мы прежде всего основываемся на народно-сценической хореографии. Знаете, это для нас как, ну, это главный эталон. Вот, поэтому и какие-то добавления, я считаю, очень хороши. Любая программа любого коллектива, любого театра должна быть разнообразной. То есть, если нет в ней разнообразия, очень быстро зритель устанет. Следующая встреча в рамках проекта «Культурное сотрудничество» у вартовчан случится в августе. На гастроли в столицу Самотлора приедет Тюменский театр огня «Гелиос». Михаил Светошев, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.